Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Домашняя контрольная работа к третьей главе, вариант номер один, задание номер 9. Исследуйте на монотонность функцию y равно 2 минус 5 делить на x плюс 2. Исследовать функцию на монотонность означает указать промежутки возрастания и промежутки убывания функции. Для того, чтобы это сделать, нужно построить график функции. А чтобы построить график функции, мы функцию преобразуем. Таким образом, чтобы поменять местами слагаемые справа, значит, минус 5 делить на x плюс 2 и плюс 2. Ну, в таком виде мы можем сказать, что эта функция – это y равно f от x плюс l плюс m, где L равно 2, вот наша L, M равно 2, вот M. А сама функция Y равно F от X – это Y равно минус 5 делить на X. Тогда мы можем воспользоваться алгоритмом построения такой функции. Этот алгоритм заключается в том, чтобы использовать вспомогательную систему координат сначала в точке минус L плюс M, и в этой вспомогательной системе координат построить график функции y равно f от x. То есть в нашем случае это y равно минус 5 делить на x. И таким образом мы получим график функции y равно минус 5 делить на x плюс 2 и плюс 2 в основной системе координат. Вот сделаем это. Ну, выберем основную систему координат. А теперь отметим точку начала вспомогательной системы координат. В нашем случае это будет минус 2 плюс 2. Отметим такую точку. Проведем через нее вспомогательные оси. И теперь в этой вспомогательной системе начертим гиперболу y равно минус 5 делить на x. Зададим положительное значение x. X плюс 1, y минус 5, плюс 2, минус 2,5. Плюс 2,5 минус 2 и плюс 5 минус 1. Получим первую вид гиперболы. И теперь зададим отрицательное значение. Х минус 1, у плюс 5, минус 2 плюс 2,5, минус 2,5 плюс 2 и минус 5 плюс 1. Получим вторую ветвь гиперболы. Ну и теперь уже определим промежутки возрастания и убывания функции. Как видим, функция убывает на всей области ее определения, но за исключением самого значения x равно минус 2. Тогда мы можем записать это так. Функция возрастает. Вначале она возрастает на открытом луче от минус бесконечности до 2. А затем она возрастает на открытом луче от минус 2 до плюс бесконечности. И вот здесь знак объединения. Эта запись обозначает, что из этого значения x исключено значение x равно минус 2. Но это не случайно, потому что при x равном минус 2 значение функции не определено. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.